Консультационный информационный центр развития предпринимательства совместно с Абсолютбанком, компанией «Аудит Финанс» и рестораном «Загородный очаг» в канун самого долгожданного праздника в году для детей из детского дома поселка Старый Городок устраивает новогодний бал, причем от вопросов организации до исполнения главных ролей. Благотворители все делают сами. Так Светлана Налепова и Виктория Абашина уже не первый раз примеряют на себя роль Снегурочки и Вьюги. Мы не профессионалы, мы сотрудники компании. И кто как бы что умеет, что делает, тот и вкладывает таким образом в этот вечер. Мне кажется, то, что это действительно поистине будет грандиозный праздник, потому что дети должны в первую очередь общаться. Поэтому мы приводим своих детей, детей наших сотрудников, приглашаем еще детей, ну, которые друзья нашей компании, для того, чтобы дети все вместе общались, чтобы дети все вместе здесь играли вместе с нами, развивались и, естественно, чувствовали себя частичкой всего мира, а не отдельно. Это в первую очередь, мне кажется. Такие мероприятия для Одинцовского района не новинка. Они проводятся регулярно. Представители бизнес-структур охотно занимаются благотворительностью и помогают детям. Мы с радостью принимаем участие в таких благотворительных акциях, тем более с нашими партнерами, как «Аноки ЦРП» и «Аудит Финанс». Тем более, что в преддверии Нового года для детей всегда хочется сделать сказку, какое-то чудо воплотить. И Абсолютбанк всегда выступает за то, чтобы бизнес не только процветал и развивался на территории города Одинцова, Одинцовского района, но также был социально ответственным бизнесом. Мы каждый год устраиваем праздники для этого детского дома. И каждый раз я удивляюсь, насколько эти дети быстро проникаются благодарностью и вот душевным расположением к нашим сотрудникам, которые непосредственно для них устраивают праздники. Ребята отправились со сказочными героями в страну чудес на поиски пропавшего Деда Мороза. Много испытаний пришлось пройти, чтобы найти путь к заветной мечте. Даже у Бабы Яги, как она ни старалась, не получилось помешать дружной команде. Ведь каждому из них хотелось увидеть Деда Мороза и рассказать о самом сокровенном желании. Мы хотим, чтобы мне Дед Мороз подарил Лего Россию, всякие там храмы собирать. Если сказать, что для детей из детского дома такие праздники нужны, почти ничего не сказать. Необходимы. Для них это настоящее волшебство. Возможность выйти из своего маленького мира и окунуться в мир неизведанного. Познакомиться с другими детьми, найти друзей. У нас сегодня приехало 19 детей. Вообще в детском доме у нас воспитывается 22 ребенка. Все детишки у нас с ограниченными возможностями здоровья. Располагается наш детский дом в поселке Старый Городок Одинцовского района. Ну и, конечно, это вот в преддверии новогодних праздников, да еще в такую красотищу попасть, то это, конечно, прям самое такое настроение радостное, сказочное, предвкушение чего-то такого необычного, что ждут и дети, и взрослые всегда от новогодних праздников. Мы тоже приехали как бы готовые на бал в бальных платьях, нарядные, красивые, с бальными танцами, готовы выступать. Главное отличие между взрослым и ребенком – вера в чудеса. Пока мы верим в волшебство, оно рядом с нами. Как только мы перестаем верить, оно исчезает, и мы уже никогда не станем детьми и не вернемся в волшебную страну. Ребята помогли Снегурочке и спасли Дедушку Мороза. Даже Баба Яга раскаялась в содеянном и попросила прощения. Конечно, ее простили, и все вместе пустились в пляс возле красавицы-елки. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».